Мария Мэй. И сегодня будет необычный выпуск, потому что я сделаю сразу 4 разных образа. Поехали! Первый будет самый легкий. Это образ на каждый день. И использовать я буду тени The Nudes. 12 натуральных оттенков, которые можно комбинировать. И я беру тот, который мне нравится больше всего. Он максимально натуральный. И наношу я его на все подвижное веко и под бровь. И вроде бы эти тени вообще незаметны, но глаз выглядит таким интеллигентным, что ли, не знаю. Дальше я рисую маленькую стрелочку, совсем-совсем, и крашу ресницы. Причем верхние и нижние я крашу разной тушью. Добавляю блеск, и это наш первый образ на каждый день. Второй образ романтичный. Я использую baby skin, чтобы кожа была такая гладкая-гладкая и не блестела. Дальше я добавляю консилер-тональный крем, закрашивать вот все свои недостатки. В этом макияже уже 3 оттенка. Первый тоже натуральный, но я решила взять другой, чтобы было интересней. А второй оттенок я уже беру такой беленький. Точнее, он даже не беленький, а именно натуральный. И вот теперь, наконец-то, мы можем нанести шиммерные тени, чтобы подать наш глаз вперед, как говорится. Я вам советую никогда не наносить шиммерные тени без какой-то базы, потому что они все-таки зачастую прозрачные, а так макияж может получиться неаккуратным. И я рисую достаточно большие стрелки, ну что поделать, романтика. Вы уже можете увидеть, как один глаз отличается от другого. И четвертый оттенок будет. Это золото, и с ним глаза прям светится. Для этого образа я выбрала вот такую простую кофточку. И, кстати, все образы я заказала на La Mode. Очень хочу сделать отдельный выпуск, дай боже мне сил, чтобы показать всю-всю-всю одежду. Иногда вместо романтики у нас есть учеба, так что я хочу показать деловой лук. Но, ребят, не думайте, что он будет как-то хуже или скучнее. Я использую консилер, потом беру оттенок темнее, чем натуральный. Сейчас объясню, почему. Смотрите, я наношу его на веко, и из-за того, что он чуть темнее, появляются натуральные тени на глазах. То есть уже не надо прорисовывать складку века, она уже словно выделена. Так мы экономим время, мы же деловые женщины. Да и к тому же, с утра вообще тяжело рисовать стрелки, поэтому я беру небольшую кисть и коричневыми тенями рисую маленькую стрелочку. Ресницы так выглядят объемнее и с подводкой мучиться не приходится. И реально, ребят, вы видите, как мы всех обхитрили. У нас на глазах почти ничего нет, то есть у нас только тени, но выглядит, как будто мы сделали полноценный макияж. Кстати, еще больше всяких хитростей таких и образов вы можете посмотреть на платформе The Nudes от Maybelline. И последний образ. Напишите в комментарии, какой образ вам нравится больше всего. Не, серьезно, напишите. Первый, второй, четвертый этап. В общем, сначала я припудриваю лицо. Девчонки, это ужасно, когда у тебя жирная кожа при ярком макияже. А у меня кожа жирная, так что я все время припудриваюсь. Рисую стрелочку, можно неаккуратно. И сильно-сильно-сильно припудриваю под глазами. И теперь самые темные тени. Они даже, наверное, не черные, они вот цвета мокрого асфальта. После этого я беру тени чуть светлее и наношу на все подвижное веко. И вот теперь самое крутое. Мы берем кисть и смахиваем все, что у нас осыпалось. Так, ну что, здесь нужно надеть что-нибудь модное, да? Я забыла ресницы накрасить. Сумасшествие! Так,
у нас получился четвертый образ. И на этом все, ребят. Видео короткое, хотя я снимала его 2 дня, еще столько же монтировала, так что я реально надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то не забывайте поставить палец вверх. Спасибо большое. И, кстати, Maybelline и La Moda проводят конкурс на фотосессию в образе. Ссылка у меня в описании. Муа, пока. Доброе утро, Джойд! Что ты как беременная женщина? Актриса. Что, гитару испугался? Ну? Отличный кадр. Подожди, у него писюн мокрый. У него писюн мокрый. Он написал где-то. Ну ты же почему ты обоссал кровать? Это тоже, когда начали снимать, он обоссал кровать. Татоша, что с тобой не так? Смотрите мое видео, подписывайтесь на мой канал.